Добрый день, уважаемые пользователи! Как известно, процесс переноса фотографий с iPhone на компьютер достаточно прост. Чего не скажешь об обратном процессе. В данном обзоре мы расскажем о том, как легко скопировать изображение с компьютера на устройство iOS. Способ первый. Перенос изображений с ПК на iPhone с помощью iCloud. Открываем на компьютере браузер и переходим на страницу облачного хранилища iCloud. Вводим свой Apple ID и пароль. В учетной записи выбираем раздел «Фото». На верхней панели нажимаем на значок «Загрузки файлов в облако» и указываем необходимые нам файлы. Нажимаем кнопку «Открыть» и ждем завершения загрузки изображений. Теперь открываем приложение «Фото» на iPhone и проверяем результат. Способ второй. Перенос фотографий с компьютера на iPhone с помощью программы IKEA Phone. Подключаем наш разблокированный iPhone к компьютеру, устанавливаем на ПК программу IKEA Phone и запускаем ее. На верхней панели окна выбираем раздел «Управление». Далее переходим на вкладку «Фото» и выбираем опцию «Импорт». Указываем, что хотим загрузить на телефон отдельные файлы или всю папку, а затем указываем их расположение на компьютере. На телефоне также запускаем приложение IKEA Phone и ждем завершения передачи файлов между устройствами. Теперь в галерее телефона нам доступны все скопированные изображения. Как вы можете видеть, оба способа, представленных в данном видео, достаточно просты и удобны. Вы можете использовать тот метод, который подходит именно вам. Ну а на этом мы завершаем наш обзор и благодарим за внимание.